Анализ показывает следующее, что, во-первых, наши граждане правильно выбирают адресат, куда направлять свои жалобы. Это наши ЕДДС. Соответственно, все жалобы, которые были по люкам, были направлены в ЕДДС, а служба перенаправляет их в соответствии, что называется, с компетенцией, чьи люки не закрыты, эти организации занимаются решением данной проблемы. По состоянию с 1 января по 14 февраля таких жалоб поступило, обращений поступило 22. Из них, правда, треть от одного особо бдительного гражданина, видимо, обладающего достаточным временем и внимательностью для выявления этих проблем. По состоянию на сейчас, по каждому из них есть ответ, что все они в тот или иной день закрыты, с разницей там день-два по исполнению данной проблемы. Какого-то явного одного нарушителя из предприятий выделить нельзя, то есть выявляются открытые люки предприятий различных, и надо сказать, что все учреждения достаточно оперативно эти вопросы снимают и закрывают. Это, я думаю, в этом ключе, если будет это продолжаться, то у нас таких проблем с открытыми люками длительных не будет.